О том, что Рок – это семья, Денис Ступников знает не понаслышке. Он уже 20 лет работает с известными российскими рок-группами. Среди них «Король и Шут», «Северный флот», «Калинов мост» и другие. Пандемия нанесла серьезный удар по профессиональной деятельности. Сложности попадания, может быть, на какие-то там, не знаю, концерты. Вот с пандемией особенно мы ощутили сложности, что концертов не было как таковых вообще. Поэтому как там цветочки без воды умирали, как музыканты, которые остались без сцены, без прямого доступа слушателей, так музыкальный журналист, которым там в первые месяцы пандемии просто не о чем было писать. О своей карьере, жизни, трудностях, профессии и перспективах Денис рассказал в ходе интервью в Одинцовской библиотеке номер один. Как назвал сам Денис сегодняшнюю программу, то музыкальный журналист как вымирающий вид. Ну, оно вроде как и с сарказмом, но действительно это очень сложная профессия и в данной современности довольно редкая. Музыканты – люди творческие, ко многим нужен особый подход, считает Денис Ступников. Это нелегкая задача, которую приходится решать практически каждый день. Рецензии, музыкальные новости, репортажи с концертов – эта работа требует полной самоотдачи. Поэтому журналистам нужно запастись терпением, а главное – оптимизмом. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».